Добрый день, друзья! Сегодня я вам прочитаю про уточек. Посмотрите, какие красивые. Уточка мама, селезин. Это уточка папа. И маленькие утятки, ребятки их. Уточки. Сидит Вася на бережке. Смотрит он, как уточки в пруду кувыркаются. Широкие носики в воду прячут. Желтые лапки на солнышке сушат. Приказали Васе уточек стеречь, и они на воду ушли. И старые, и малые, как их теперь домой загнать? Вот и стал Вася уточек кликать. Ути-ути, уточки, прожоры, таратуточки, носики широкие, лапочки перепончатые, полно вам червяков таскать, травку щипать, тину глотать, зубы набивать. Пора вам домой идти. Уточки Васю послушались, на берег вышли и домой идут. С ноги на ногу переваливаются. Видите, какие послушные уточки. Вот Ваня выполнил поручение, которое ему родители дали. Всего вам доброго и до новой встречи. А следующая встреча у нас будет про котят. До свидания!